цель, значит, и повод не самый приятный, но тем не менее он существует. Значит, в данный момент происходит реализация правоохранительными органами. На взятке погорел Руденко Сергей Иванович, архитектор. В принципе, ожидаемо. Почему? Потому что неоднократно жалобы поступали от жителей города, сигналы о том, что не совсем чистоплотно и не совсем корректно себя ведет. Неоднократно с ним на эту тему беседовал, предупреждал, что хородобром не закончится, не услышал, пришлось обратиться в правоохранительные органы, конкретно в УСР. И сейчас УСР доводит возле дома быта, проводит следственные действия. То есть $1200 за паспорт привязки. Поэтому хочу сказать и обратиться к жителям города, если у вас есть такие сигналы, потому что, как я кажу, дали буды, а для этих целей у нас создан СНАП, куда можно подавать документы, и где как раз таки он для этого и создан, чтобы законно получать все разрешения в отведенное время. В общем, у меня все, но я думаю, что в ближайшее время правоохранители прокомментируют более детально, и это будет более корректно.